приятного просмотра. Спасибо. Уже всего через неделю, с 18 апреля, в Театре кино имени Шевченко «Неделя испанского кино». 5 дней, 5 фильмов, полный метр. Спешите видеть. Мы очень рады, что нам повезло достать такую программу испанского кино. Это будет в рамке недели испанского кино проходить показ с 18 по 22 апреля. Мы не сильно там в этом плане разгоняемся, делаем только один сеанс на 17.30. Вот, и думаем, что жители нашего города должны обязательно этот фестиваль посмотреть, потому что картины интересные.